дополнительные средства защиты и медицинское оборудование закупит больницы Нижегородской области. Все благодаря поддержке предпринимателей. Группа компаний РБПИ, которая занимается животноводством, в частности выращиванием свиней, подарила медицинским учреждениям региона денежные сертификаты. Всего агрокомпания отправила на благотворительность 3,5 миллиона рублей. Денежные сертификаты получили центральные больницы Вадского, Перевозского, Большемурашкинского, Сергачского и Ордатовского районов. Также поддержку оказали 5-й, 38-й и 30-й больницам Нижнего Новгорода. В последнее медицинское учреждение передали 300 тысяч рублей. Деньги уже поступили на расчетный счет больницы. На них закупят 12 рециркуляторов для обеззараживания воздуха и защитные костюмы.